Вот он прикрывает это любимый трюк уже категории новички, потому что уже который Реддер Пат делает именно киклист по прямой и правильно по ухере. Как говорит Пак, попытался тут все на обмену, как у всех другие предшественники, но с этим небольшим палаточком. Хотя не если бы был получил их парки в кодре. О, три Пак попытался через всю пирамиду попасть, но чуть-чуть не долетел, там, не поймал, но вполне можно было, конечно. Надо уже чуть-чуть. Так, у нас время неумолимо движется к завершению твоей попытки, и на этих трех випах практическую визионцию мне придется и закончить.